Всем привет! Сегодня нам пришла посылка, которую мы заказали через Rupu Shop Service DPO. Здесь пришла обувь. Давайте посмотрим. Вот так вот был кулек запакованный. Чтоб не мялось, вакуумный такой. О, вот так вот еще такой бумажный пакет. Также еще вот параллельно отдельно каждый бумажку. Так. Также здесь надутые кульки внутри тоже, чтобы не мялось ботинок. Обувь фирменная, видно, как даже по самой упаковке это все видно. Здесь висят бирочки. Тут, правда, хоть она на китайском. Здесь есть светоотражающая, вот светоотражающий такой квадратик, чтобы можно было, ну, видеть в темноте. Также вот написано фирма, ботинки. Размер указан сзади на подошве. Вот она идет, вот такая вот пупырышская вся. Так, стелька внутри вот вытаскивается. Вот такие вот мужские резиновые сапожки, ботиночки. Внутри просто вот видно все гладкое, швов внутри нету. Так что, ну, я думаю, протекать они в любом случае не будут, если там уж совсем их как-то не проколоть. Ну, очень такие вот прикольные ботинки. Видно даже по ихнему виду внешнему, как они смотрятся классно. Ну и соответствующее качество. Ссылку мы оставим на этот товар под видео. Кому интересно, переходите, читайте описание. Кто любит ходить, там, не знаю, может, в лес за грибами, им нужна такая обувь. Переходите, читайте описание, делайте заказы. Спасибо за просмотр, ставьте нам лайки и подписывайтесь на наш канал.